В городе действует отряд юных помощников полиции. 17 поборников закона от 10 до 18 лет и 100 сотрудовой распространяют листовки, предупреждающие о действиях мошенников, об угонах автомобилей и прочих правонарушениях. Идея так оригинально занять досуг молодежи и приучить ее к законопослушанию и дисциплине возникла еще в прошлом году. С тех пор ребята регулярно посещают музеи ведомственных структур, ходят на экскурсии к пожарным, полицейским и военным. Чтобы добавить в деятельность отряда нотку романтизма, для юных помощников разработана специальная форма. Участковые района подарили ребятам краповые береты с кокардами. Отряд мы создали на принципах, можно сказать, прошлой пионерской организации. Ребята сами разработали слова клятвы, законы свои определили и взяли на вооружение свой гимн.